Ну, я думаю, что проблема в том, что за время вот перестройки всех этих вот потрясений у нас очень много сократилось, допустим, всяких ПТУ, профессионально-технических училищ, техникумов и прочих таких вещей, где учили на разных, на разного рода технических специалистов, ну я имею в виду, что каких-то механиков, там, наладчиков и прочих таких. Что касаемо инженеров, ну, честно говоря, я это даже не могу сказать. Ну да, наверное, есть, присутствует этот вот. Молодежь действительно, может быть, хочется им чего-то меньше работать руками, а больше работать там языком, но все-таки, чтобы быть специалистом в каком-то техническом, в техническом деле, надо все-таки иметь мозги, надо хорошо учиться, а, ну, видимо, плохо учиться. Вот, поэтому хотят шоу-бизнес. Ну, я думаю, что здесь еще проблема, опять-таки, о чем я уже пытался сказать, что проблема маленьких зарплат, например.